В эфире «Азбука успешных брендов» и Анна Оника Джуда. Здравствуйте! Сегодня трудно найти человека, который не слышал бы о маленьком черном платье и о знаменитом модном доме «Шанель», основанном в 1913 году. История бренда – это история его основательницы Габриэль Бонор Шанель, императрицы в мире моды с забавным прозвищем «Коко». Это она совершила революцию в мире моды и создала самую популярную торговую марку. В чем же ее секрет? Где ключ успеха? Как ей удалось выбраться из нищеты, сделать головокружительную карьеру и подняться на олимп моды? Эти вопросы не дают покоя многим. Однако Коко не всегда была иконой стиля. Женщина-легенда родилась и выросла в бедности. И именно бедность повлияла на ее характер. Первый магазин «Шанель» открывают в Париже в 1910 году благодаря покровительству английского промышленника Артура Кейпла. В ее жизни было множество романов, но ни один не закончился замужеством. Хотя они все серьезно повлияли на будущий успех «Шанель». Артур вел ее в свой круг и познакомил с деловыми партнерами, банкирами и политиками. С этого момента Габриэль в своей маркетинговой стратегии делает ставку на знаменитости и активный пиар в прессе. Газета «Le Monde» публикует статью о новом модельере, совершившем революцию в мире моды, заменив корсеты и огромные шляпы на одежду, которую можно надевать без служанки. В 1919 году трагически погибает Артур Кейпл в автокатастрофе по дороге в Канны. Это был сильный удар для «Шанель». Легенда гласит, что именно это и заставило Коко придумать маленькое черное платье. Отныне носить траур будет не только она, вместе с ней это будет делать вся Франция. Платье – шедевр дизайнерского искусства, непревзойденный до сих пор. У самой же Габриэль на протяжении жизни будет еще много поклонников, но так и не найдется того единственного, с кем она заключит брак. Из депрессии ей помогли выйти русские эмигранты, переехавшие во Францию после революции. Она познакомилась с Дягилевым и Стравинским и часто оказывала им финансовую поддержку. Общение с русской диаспорой вывело Коко на великого князя Дмитрия Романова, и в ее творчестве начался русский период. Романов, имея обширный круг знакомств, представляет ее известному парфюмеру Эрнесту Бо. И в 1921 году Эрнест создает для Коко знаменитый аромат «Шанель номер 5». Духи стали первым синтезированным парфюмом. Они признаны самым популярным ароматом 20 века. Вместе с ароматом создается и знаменитый логотип дома «Шанель», впервые представленный на специальном прямоугольном флаконе из хрусталя. Именно эти духи принесли ей славу и состояние и сделали ее той великой Коко. Аромат помогает ей обрести независимость, о которой она мечтала. До сегодняшних дней он продается в мире каждые 30 секунд. Коко вращается в кругах парижской богемы, где она и знакомится с Пабло Пикассо. Шанель не глупая, остроумная, оригинально мыслящая, она была не похожа на других. Коко создала свой собственный мир, и в этом была ее сила. Следующие изменения коллекции «Шанель» связаны с новыми любовными отношениями Коко и герцога Вестминстерского. Начался английский период в истории дома «Шанель». Модный дом стал одним из первых, кто начал привлекать к продвижению своей продукции знаменитостей. И по сей день представлять «Шанель» – большая честь, а также гарантия последующих многомиллионных контрактов. В 1924 году Габриэль выпускает первую губную помаду насыщенного красного цвета. Пик успеха «Шанель» приходится на 1928 год, и она открывает дом мод на улице Камбон 31 в Париже. Но экономический кризис 1930 года сильно бьет по бизнесу. В последние годы у Коко появился опасный конкурент Кристиан Диор. В 1939 году с началом Второй мировой войны «Шанель» закрыла модный дом и все свои магазины. В оккупацию «Шанель» начался роман с немецким офицером, а после вывода немецких войск из Парижа ее осудила общественность за связь с нацистами, и ей пришлось покинуть Париж и провести несколько лет в Швейцарии. «Шанель» живет в Швейцарии, но ее духи продолжают продаваться в Париже и приносят ей доход в 15 миллионов долларов. Через 10 лет Коко возвращается во Францию с новой коллекцией, но терпит полный провал. Диор главенствует на модной арене. Коко 70 лет, и казалось, что ее время безнадежно ушло. На сцену вышел сильный игрок Диор. Он создал новый стиль New Look. Женщины закружили в пышных юбках с тонкими талиями. Мир хотел праздника, и он его получил. Спустя 3 года Коко запустит новую коллекцию, в основе которой гениальное творение. Твидовый костюм – образец элегантности. И это станет ее триумфом. Сегодня твидовый костюм от «Шанель» пользуется успехом. Это условно-деловой стиль, представительский casual класса люкс. В период с 1950 по 1960 год Коко начинает экспансию на Америку, где завоевывает грандиозный успех. Она работает с многими голливудскими студиями и звездами уровня Одри Хепберн и Элизабет Тейлор. Коко превратилась в магната, управляющего самым крупным домом в индустрии моды. В 1955 году «Шанель» выпускает культовую прямоугольную стеганую сумочку 2,55 на длинной цепочке, которая уже больше полувека считается классикой. В 1957 году она получила модный «Оскар» как самый влиятельный дизайнер 20 века. Сбылась мечта мадемуазель Коко Шанель. Ее одежда завоевала любовь людей со всего мира.
Свою последнюю коллекцию она создала в возрасте 87 лет. А 10 января 1971 года в апартаментах отеля Ritz она тихо ушла из жизни. Прощаться с ней пришел весь модный Париж, и многие были одеты в ее знаменитые твидовые костюмы. Долгое время во главе компании не было модельера, который смог бы добиться прежних головокружительных успехов. Возрождение модного дома началось в 1983 году, когда руководство принял Карл Лагерфельд. Лагерфельд продолжает удивлять и восхищать мир моды. О таланте Карла и его сотрудничестве с модным домом «Шанель» мы поговорим в следующем выпуске программы. Сегодня бренд «Шанель» – это гарант качества в модном бизнесе. Денежный оборот компании – более 1 миллиарда долларов США. Компания специализируется на производстве и торговле товаров класса люкс. С вами была Анна Оника Джуда.